Как ваш дом? Пострадал, не пострадал? Пострадал. Сколько раз прилетало, когда? Да, в лагере у меня, я жила в нем на 3 комнаты. Полностью 2 раза попадания. Кругом насквозь пробило, потом прямое попадание было. И потом дом, считай, половину нету дома. Стреляли, во-первых, вчера. Вчера сильно стреляли. Вечером я с коровки потекала тут. Стреляли там. Сильно стреляли. И непонятно где. Вот чего. Не разберешь. Как часто прилетает? А? Как часто прилетает? Как часто стреляют? И прилетает тяжело. Во-первых, что-то. К вечеру начинают, да. А другой раз целый день. В выходные дни, ребята, целый день почти. Потому что не дают, чтобы люди приходили, наверное. Ползала здесь, плакала, страшно, я до скотини. Вот, и вот это что это такое? Это 2 штуки у меня в дом попало. Это что-то ж такое, да? Это ж тяжелое. Ну, представьте, я еле держу. А у нас в доме прямо новенькая, белая такая. Ну, это ж когда дом сгорел у нас. Да. Понятно. А потом вторично прилетало, поняла? Вот. У меня куры, коровы перепуганные, раненые. Вот. Как по-вашему, соблюдается перемирие или нет? Нет, мне кажется, не соблюдается перемирие. А в последние дни стало хуже? Вы знаете, одно время, вот вы знаете, мы обрадовались, думали уже все. 2 недели где-то, да, вот так? Да, тихо вообще было, тихо не стреляли, красота была, мы уже, вы знаете, радовались. А представьте себе, что такое вот под бомбежками жить. Вы не представляете, что это такое. Я вот вчера со скотиной была и не знаю, где ее. И вот кто это? И все полностью упала, и перед стенок уже упала. Это ваш дом, да? Да, ну это дочка. А там зайти нельзя там? Погуляйте. Все, иди. Видите, вы сходите. Нет, там с вами можете походить нам? Вот, а мы будем снимать, как вы рассказываете. Да. А что ж там походить, если там это? У нас тут уже разрушено все буквально. Вот тут вот у нас со вторым этажом было мебель новая, все. Ну, мы даже и одежду не успели забрать, ни мебель, ничего. Мы остались бомжами. Вот. У меня там Насрата, это дети здесь жили. А Насрата на том у меня тоже разбита. Тоже, ну там меня оборовали. Ничего нету. У меня люди дали раскладушку, дали одеяло. Бомжиха самая настоящая, в старости лет стала бомжихой. Ну что ж это такое? А сейчас падает сюда или где-то рядом? Вы знаете, что летели вот в поселок, и так в аэропорт летели. Вот это 3 числа сильно бой был, вот этого ноября. Сильно. И главное, спесок. Все спесок, все летело. О. И так летела, я как раз на заправке спасу там коров, и через меня я коровы как перепугались, и где-то недалеко от меня и упала там где-то тоже. Так мы еле удрали. Дай Бог, чтобы закончилось это все. Ну зачем это ругня? Зачем? Надо мириться, надо... Все-таки мы же люди, не звери. Я не знаю, как можно так вот друг друга... Это ж, наверное, деньги, я мне кажется. Из-за денег вот это. Просто я поражаюсь. Недострой. Какой ты хитрый.